Друзья, всем привет! Сегодня на рассмотрении такая небольшая посылочка в виде небольшого совсем пакета. Запрашивал я ее месяц назад, ровно месяц, ну чуть меньше там. Сегодня 13, а я оплачивал и заказывал 14 числа. Так, единственное, что я не знаю, заказывал ли я 14, либо когда она была отправлена. Итак, вторая сегодня уже посылочка, которая вот в таких пакетах. И что мы видим, друзья? Друзья, это у нас сумка, поясная сумка обычная. Я взял для отца. У меня была примерно такая же, но я уже вижу сейчас, что не такая. Во-первых, качество здесь у нас... ребята, ну сразу видно, что сумка хорошая. Сразу видно, на ощупь очень хорошо видно. Вот. Дело в том, что отец мой, он, скажем так, у него сумка когда-то была еще при советской власти. Вот. Но дело такое, время прошло, сумки больше нет. Вот. Я заметил, что он как бы носит в своем кармане, нагрудном кармане единственном, все и документы там, и, в общем, и деньги, и все такое. Вот поэтому я решил ему сделать такой подарок. Небольшой подарок, но я думаю, будет приятный. Во-первых, посмотрите. Это плотный материал. Вы знаете, приятный на ощупь. Что для меня лично странно. Вот здесь вот первое отверстие у нас. Значит, естественно, как вы поняли, для ручки или карандаша. Вот. Что мы еще видим здесь? Так, я сразу открою на компьютере, чтобы тоже видеть, что же у нас тут такое. Немножечко подождите, я посмотрю. Так, 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 да. Значит, они предполагают, значит, в первое отверстие, вот здесь вот отверстие как бы для телефона. Оно отстегивается замечательно просто. Вот так, берешь, раз, и все, он отстегнулся, и здесь телефончик. Дело в том, что можно сюда засунуть непосредственно и сам смартфон. То есть, ну, судя по тому, как я вот на него снимаю, давайте попробуем. Что ж, вот, проверяю. Да, он спокойно входит. Он отлично входит, смартфон. У меня Xiaomi Redmi 4. Довольно широкий, по-моему, не помню, сколько там, не буду рассказывать. Значит, ну вот, не маленькая у меня рука, как вы видите. Спокойно она залазит, очень удачно. Я думал, качество сумки будет гораздо хуже. Очень приятная вещь, реально. Вот я сейчас держу ее, помню, которая сумка у меня была, и эта сумка действительно крутая. Значит, здесь, собственно говоря, вот так вот на, как эти штуки называются, я не помню. Ну, короче, вот на них, не заклепках, не на липучках. В общем, вот на таких штуках ремень, конечно, можно просто засунуть сюда, или можно его уже как-то там вот дальше. На моих сумках не было вот таких вот, ну, были металлические такие хлястики, вы знали, да? И часто этот металлический хлястик, он просто как-то, ну, бывало, не часто, конечно, но бывало, что он отламывался. Приходилось брать вот за эту бегунок сам и как-то вот так вот его там, вернее, вот так вот, чтобы вы видели, приходилось брать за сам бегунок и как-то так вот фигачить. Либо булавку туда вставляли, ну и так далее. Здесь же придумали китаёзы такую интересную вещь. Я не знаю, китаёзы ли придумали или кто, но вот интересно. Ах, я получаю удовольствие. Значит, здесь у нас резинка. Вот здесь резинка и здесь резинка. То есть с двух сторон резинка, конечно, вероятность того, что постоянно пользуясь, если пользоваться этим местом для телефона, этим карманом, вот, то резинка в кое время, он, ну, не знаю, порвется, вытянется, что-нибудь с ней случится. Вот так вот интересно сделано. Вообще видно, а то я смотрю, тут что-то не очень видно. Не различает. Вот, значит, такая штука. Вот, как вы видите, карабин вставляется. Просто здесь нажимается, и он сам выстреливает. Значит, карабин, он сделан как-то вот так вот. Для меня это впервые. Я первый раз вижу, что сам карабин как-то вот так вот приклеен или прикручен, или что он там, короче, забит к
ткани. Ткань очень плотная сама по себе, вот это, а то место, где сам карабин вставлен, она двойная, и она вообще такая, как деревяшка, считайте. Очень удобно. Значит, по качеству, или так лучше, да? Вот, значит, все удобно, здесь резинка, я уже посмотрел, вставлять все можно, значит, вставлять. Так, ну, телефон. Дальше. Держим за эту штуку и спокойненько, преспокойненько открываем одну и вторую штуку. Значит, давайте сразу посмотрим, что у нас внутри. А внутри, друзья, у нас вот такие, во-первых, таких два больших... Оп! Как бы нам это так сделать? Не знаю, видно, не видно. Мне лично немножечко отсвечивает. Но давайте попробуем сформулировать вот так. То есть вот такие вот, такое отверстие. Здесь отличное такое, отличный кармашек. Я просто себе покупал другую сумку. И наличие карманов в вот таких вот сумочках, на ременных, или как они там называются, у меня язык сегодня что-то не работает. Вот, очень важны вот такие мелкие кармашки. То есть сюда, допустим, он положил свой телефон, сюда можно смело положить паспорт, любые документы, сюда можно положить карточку банковскую. Мы видим здесь точно такое же зеркальное как бы отверстие, то есть карман такой тоже большой, очень вместительный, то есть можно сюда напихать миллион всего. Ну и такой же кармашек, пожалуйста, вот тоже для каких-то карт, удостоверений и все такое. Также здесь есть вот такая еще штучка. Как вы понимаете, это такой хлястик. Вот. Сюда мы можем смело, допустим, поставить карабин. Ну, грубо говоря, карабинчик. И на пояс повесить. Либо точно так же карабином можно зацепить здесь. Вот. И потом на пояс повесить, чтобы она не была именно не, вот эти, не на вот этих штуках, а на карабине. Вот, ну что, очень скромная сумочка, ну такая, реально приятная сумочка. Реально приятная, мне лично очень, очень понравилась. Я что-то даже себе такую тоже захотел. Очень крутая сумочка. На этой прекрасной ноте заканчиваем. Друзья, всем спасибо, всем пока.